Всем привет, с вами Рома, и сегодня у меня на канале необычное видео. Я решил немного отвлечься от мобильного сампа и заглянуть на сервер Радмир в GTA 5. Не волнуйтесь, я никуда не перехожу, я просто решил попробовать поснимать GTA 5. И если вам зайдет этот сервер, я продолжу его снимать. Поэтому обязательно прямо сейчас ставь лайк под этим видео, если мы наберем 150 лайков за 1 час, будет очень круто. А если тебе все понравится, не забывай подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Решил я выбрать второй сервер Радмира, и сейчас мы вместе с вами создадим своего персонажа. Ребята, настоятельно рекомендую вам подписаться на канал Скалета. Он снимает пушечные видосы на Барвихе и Сантроп РП. Прямо сейчас переходи на его канал по ссылке в описании, подписывайся и напиши под его последним видео, что ты от меня. И я лично передам тебе привет в комментариях. Я настолько одинок, что передаю привет самому себе. О чем это я? Погнали к созданию персонажа. Вроде все готово, ник я себе поставил, как и название моего канала, все по классике. Вот такой загорелый парень с пляжа с дредами у меня получился, не знаю почему именно такой персонаж, но это лучшее, что смогли создать мои руки. Самое сложное для меня это сейчас разобраться в управлении, как тут вообще все функционирует. Поэтому я сейчас посмотрю разные видео в ютубе и уже пойму, что мне вообще нужно делать дальше. Первым делом нужно подбегать к вот такому дядьке, нажать на английскую Е и арендовать скутер. Дальше нужно найти какую-нибудь начальную работу, а для этого нужно как-то попасть в GPS. Это, я так понял, делается не через команду, как в Сампе, а с помощью телефона в игре. Тут есть GPS, и тут уже сейчас поищу какую-нибудь начальную работу. Я прибыл на работу электрика, попозже мы посмотрим, какие работы сейчас мне еще доступны. Подбегаем к так называемому прорабу и устраиваемся на первую работу. Наша задача вставать на метки, и у нас появляется схема. Тут нужно, как я понял, сделать так, чтобы линии между собой не пересекались. Это очень на самом деле интересная система для работы и очень хорошая задумка. Ну а я и какого-либо рода алгебра вообще несовместимые вещи. Чувак, это же геометрия. Ну, я думаю, вы все поняли. Поработав тут 10 минут, я пошел отжимать у прораба свою зарплату. За это время я заработал 588 вирт, что мне вполне хватает, чтобы сейчас сдать на права. Надо найти в GPS автошколу и там уже сдавать экзамен, так как на этом сервере без прав никуда.
Походу вот с ним нужно взаимодействовать, и тут можно выбрать, на что получить лицензию. Для начала давайте попробуем получить на тачку, 50 баксов это всего лишь стоит, и сразу у нас начинается практический экзамен, который я сейчас, надеюсь, быстренько сдам. На полпути нас просят даже научиться, так сказать, заправлять тачку. В принципе, тут ничего сложного, просто также нажимаем на Е и выбираем заправить тачку. И сейчас обратно возвращаемся в автошколу и, надеюсь, там уже и закончится наш экзамен. Все, экзамен я сдал, теперь я думаю быстренько пройду экзамен на вождение мотоцикла, он также стоит 50 баксов и лишним это точно мне в будущем не будет. Все, права есть, теперь можно посмотреть другую очень интересную и по информации из Ютуба очень прибыльную работу для новичков, это у нас строительная площадка. Окей, погнали туда и посмотрим, как там система и вообще какая там прибыль. Снова берем робу и наступаем на маркер, чтобы подняться на эту стройку. Тут также встаем на пикап и уже другая система. Написано, что нужно зажать, чтобы увеличить квадрат. И опустить потом мышку, чтобы его бросить. И он, я так понимаю, должен не упасть вниз, но и не быть на самом верху, а то есть в этом промежутке. И нам нужно 3 подряд вот так попасть, и тебе дают деньги за одну сортировку. Тоже тут поработаю немного. И посмотрим, на самом ли деле она такая прибыльная, как и говорят. Да, действительно, за 6 минут я заработал столько же, сколько за электрика за целых 10 минут. Получается, стройка прибыльнее примерно в 2 раза. Сейчас, думаю, доработаю до 1000 вирт и уже закончу работу. Напоследок я введу свой личный промокод хэштег Vendetta и мне дадут за него какие-нибудь плюшки после 10 часов игры на сервере. Все-таки деньги лишними не будут. Если вы также играете на втором сервере Radmir RP в GTA 5, можете его также ввести. Отлично, у меня на счету уже больше 1500 вирт, и вот так прошло мое знакомство с новым для меня сервером. Для меня это лично было очень интересно, ведь все время снимать мобильный самп немножко надоедает. Так что время от времени, я думаю, можно разнообразить контент. Я надеюсь, вам все же понравится, и вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Также не забывайте писать в комментариях ваши мысли. Ну а с вами был Рома, всем удачи и всем пока! Пока.